Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Че ты сколько уже почистил? 3 пункта. Че, молоки есть, да? 1. Сразу обрежем. Угу. Пусик пришел. Не трусит. Вспомнила тебе, товарищ. Мурзи. Что такое? Случилось. Это жарить будешь? Да. Клево. Круто, нет. А почему? Кого, икру жарить? А с икрой что делать будем? Не знаю. Ты что, и будешь жареную есть? Не буду. А Макс что, нормально, да? Да. А? Да. А, значит, Макс пожарим. А икру я не знаю. Что с ней делать? Коты не едят, собакам варить придется. У нас что, на линии неделя, что ли, началась? Что? Рыбу крутить будем, что хотел? Ведь а что делают из рыбы скрученной? Ну вот, а что спрашиваешь? Так можно еще и пелемешки. Пелемешки лепить же не будем, да? Картошка ужасная. Где ты ее купил? Ну да вот ее. Чего? А вы можете рыбные тефтельки сделать? Тифчо? Тефтельки. Кто тебе такое сказал? Сколько тут кг рыбы? Полторы. Два. Три. Десять. Да, я тебе говорю, три выйдет. Он же рукомер-то знает, ну, сколько конечно весит рыба. Две луковицы, один картофан. Немного хлеба, да? Соль, перец, больше ничего. Чтоб не испортить, да? Вкус на лима. Жарим на муке. Ничего не добавлять. Жарим на муке. На муке? М? Лук. Ужасный. Хлебушка засунь. Крутили, а теперь что? Соль и перец? Много? Смотри. Чуть-чуть. Чуть-чуть. По вкусу. Да? Приправу не будешь добавлять? Маленько. Чуть-чуть. Нет, не буду приправу добавлять. Точно? Да.
хватит. Думаешь? А если не хватит? Я не думаю, я знаю. Да? Да, Свет? У тебя сейчас сковородка уже греется? Нет. Еще не греется. Фарш. Рыбный фарш. Ясно, понятно, рыбный. Но лимон уже крутили. Раз-раз. Заранее лечим, лепим, да? Чтобы потом раз-раз. Лечим, лепим. Лечим, лепим. Раз-раз, говорит. Чё, Клёпа? Ну всё. За масло. Растительное. Такие как это, как высокая, говорил, хомин дырки или как она там. Я бы тебе сказала сейчас. Хомин дырки. Я просто точно не помню, как она у нее называется. Там много слов. Я не запомнил. Да? Сколько ждем? Три. Горим? Не горим? Горим. Горим? Ну, конечно. Не, я сама. Ну, в другую сторону там меньше грязи, да? Угу. Не пить идешь? Снимать набираешь? Что ты делаешь? Погода адская сегодня. Да? Тебе так кажется. Ну да. Ну, может, трещит. Погода отличная. Ну да, да. Запах. Вкусно пахнет. Конечно. Процесс повторяется, да? Угу. Муку маленькая. Ты? Что, муку не солила? Кого? Муку. Нет. Так солишь? Да. Стрелять начнет. Все? Нету? Максим. Thank you.
Вот так. Что делаешь-то? Пять минут, да? Ого, две минуты не прошло. Переворачиваем и ждем еще две минуты, да? Угу. Три. Три или две? Две. Две? Или три? Молоко-то долго будет жарить. Угу. Может, побыстро. Две, значит, две. Или три. Пока ты тут стоишь, сейчас масло уже пожарится. Да? А что? Ничего. Изжарилось? Угу. Вытопилось. Жира вытопилось, говорю. Поджарилось хорошо. Поджарилось зато хорошо.